На севере сверкает белое море, в зеленом лесу горят золотые святые. Мы вышли на берег моря и увидали рай, 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 рай. Шел по земле, покрытый яркими мхами, вдруг из-под ног взлетела испуганно птица. Подумал о том, как я тебя теряю. Рай, 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 рай. И на дорогу из леса вытаскивал бревна, а по лицу текли теплые слезы. Я не знал, что мне тебя будет так жалко. Рай, 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 рай. Ну вот, а через меньше чем две недели я вместе с Димой, я надеюсь, едем мы на остров Анзер. Вот, и вот, кстати, упражнение в спокойствии будет у нас в двух неделях. Ну вот я хотел спеть песню, которая посвящена человеку, который основал скит, в который мы едем, преподобному Элиазару Анзерскому. Святой Элиазар ушел на холодный остров. Он вырезал из древа крест и устроил рядом келью. Приходили к нему бесы в обликах различных и говорили ему: уходи, здесь наше место. Святой Элиазар говорил: не ваше место, здесь место Христа, Господа моего Бога. Бесы звали в окно, стучали копытами, стреляли огнем, угрожали смертью. А святой Елиазар жил в труде и молитве. Вот приходит к нему Пресвятая Богородица: ты мужайся, ты крепись, Господь Бог с тобою. Напиши на стене: Христос среди нас стоит. Дай мне Боже любви, дай мне Боже смирения. Святой Елиазар, помолись обо мне грешно. Для вас песню на стихи «Юный морец». Она называется «Мы в кораблике плывем по реке». Если кто-то знает слова, будет очень здорово, если вы подпоете. Я могу запомнить аккорды, извините, пожалуйста. То есть не запомнить аккорды, а забыть аккорды. В общем, друзья, спасибо огромное, что вам здесь. Счастья вам и спокойствия в хорошем смысле этого слова. И мы в кораблике плывем по реке.
увидишь наш кирпичный дом вдалеке. Кто там плачет, угадай, электрический трамвай, он не может прокатиться по реке. Не печалься, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике ночном. Он будет тебе гудком, ты ответь ему звонком. Пляшет весело волна за кормой, машет девочка одна вдаль рукой. Кто там плачет, угадай, электрический трамвай, мы к тебе вернемся с песней вот какой. Не печалься, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике речном. Он гудит тебе гудком, ты ответь ему звонком. Вот виднеется земля и причал, на прощанье ветер нас раскачал. Ну-ка, двери открывай, электрический трамвай, ты, наверное, в разлуке заскучал. Не печалься, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике речном. Гудит тебе гудком, ты ответь ему звонком. Спасибо вам огромное. Всем хорошего лета, радости, мира в душе и любви. До новых встреч в эфире. Да, вы можете найти мою книгу в том углу. Я с удовольствием вам ее напишу, на ней слова, если вам это нужно. Можно? Ага. Да. Спасибо всем пришедшим. Не очень благоприятно для концерта в помещении день. Вот. У нас сезон на этом закрыт, в данном центре культуры «Гармония». Здесь начинается ремонт с начала июня. Вот, надеемся на продолжение наших деятельностей в сентябре. Что Таня хочет сказать? Вот. А у нас еще 29 мая, приглашаю, если кто-то хочет, у нас будет концерт итоговый даже фестиваля. Там есть афишки, если кто-то вдруг где-то...